Вот мы мойву почистили, помыли, почистили, выпотрошили, видите, все там чистенько. И сейчас я покажу вам, как хребет из мойвы удалять. Сначала удалим плавнички вот такие вот сбоку. Далее вот здесь ногтем как бы вы подрезаете. И вот уже, видите, у меня уже в руках вот этот хребетик. И большим пальцем вы помогаете другой руке. Я его как бы, видите, извлекаю оттуда. Извлекаю. Вот дошли мы сюда. Здесь я так вот надрезаю, чтобы хребетик не порвался, потому что плавничок мы отрезали. И идем дальше. Идем дальше. Вот, видите как. И теперь с хвостиком вместе отрезаем. И у нас получается вот такое вот филе. И вот наше филе мойвочки без костей. Мы его посолим, поперчим. И пускай постоит. И сейчас мы берем майонез, заливаем и приготовим кляр из майонеза и муки. Вот примерно столько майонеза на нашу рыбку. И ложку муки. Даже полторы. Вымешиваем. Посмотрим, какое тесточко получится сейчас. Угу. Вот такое получается тесточко. Добавим сюда яйцо и хорошо перемешаем еще. И вот такое у нас тесто кляр получилось. Мы сейчас будем нашу мойву филе без костей сюда обмакивать и жарить во фритюре. Мы берем рыбку за хвост. Старайтесь, чтобы не открытая она была, а закрытая. Не надо, чтобы это самое, она открывалась. И вот так за хвостик и ложим в масло. За хвостик с обоих сторон и в масло. Она у нас без костей. Так, вот таким макаром. И вот мы приготовили нашу мойву в кляре. Приятного аппетита и удачи вам!